Дорогие друзья, только что закончилась прямая линия нашего губернатора Владимира Владимирова. Один вопрос касался нашего поселка Капельница. Частые отключения электроэнергии. Проблема давняя. Ветхие сети, которые находятся на балансе районных электрических сетей города Минеральные Воды. Некоторое время назад обратился к жителям поселка Капельница с просьбой направлять мне все даты и время отключения электроэнергии, для того, чтобы можно было отработать с Министерством промышленности и энергетики эту проблему. С министром Виталием Ивановичем Шульженко уже почти месяц на связи и рассматриваем этот вопрос. Конечно, поручение губернатора позволит быстрее и эффективнее рассмотреть, понять, что нужно делать и рассказать вам о сроках устранения этой проблемы, для того, чтобы забыть о ней раз навсегда. Любую информацию, которую буду получать, и любой график, любое действие, которое будем предпринимать для решения этого вопроса, буду выкладывать в сеть. Буду держать вас в курсе, поэтому продолжайте направлять мне информацию об отключениях, для того, чтобы эффективно и быстро можно было отработать их причину. Доброго вечера!